Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, самые лучшие на свете зрители! Я нахожусь в гостях у Людмилы, у своей знакомой, и посмотрите, какое у нее богатство! Какой замечательный цветной хрусталь и стекло! Ну вот посмотрите, вот эта ладья, Людмила, вот эта ладья у вас от кого досталась вам? Просто изумительная. От родителей. Еще от родителей, да? То есть она совсем старенькая-старенькая. А вот это уже красивое блюдо, оно уже попозже, да? Это попозже, это я сама покупала. От родителей досталась вот эта хрустальная. Ой, а какой красивый, посмотрите. Ой, какая прелесть. Какая ваза. Ну, вы просто богатая, красивая. Ой, какая красота. Это ландыши, да? В общем, какие-то вот весенние, мне кажется, цветочки. Эти вазы очень ценятся сейчас, вот да, это цветное я знаю. Стекло. Да. Мало того, что цветное стекло, это еще хрусталь, и вообще красивая форма, и очень красивая, вот смотрите, какой, это резное стекло, да, резное? Ну, да. Да. И вот поэтому, а это не чешская ваза случайно? Знаете, не знаю. Я не знаю, потому что как она досталась мне, так и досталась. Ну, понятно. Немало чего осталось, потому что мама умерла в 87-м году еще. Так, начали снимать с этой вазы, тоже как цветок. Кстати, вы знаете, у меня небольшая вазочка есть такая, и она другого цвета, но она так же, как цветок, как лилия сделана. Видите, внизу тоже такое вот, ой. Ну, как будто бы действительно у нее листочки такие открылись. Какая красота. А вот смотрите, еще голубые, но это тоже... Это даже с фруктами, с какими-то. А чьи это блюдца? Не знаете? Прекрасного блюдца, голубого я цвета. Я давно покупала их, наверное, тоже лет 20 назад. А может быть и больше. Когда я покупала, мне очень они понравились, эти блюдца. Да. Очень красивые. А не помните, чье это? Я не помню, чье это. Мне всегда, что понравится, я покупаю. Вот это и вы даже не узнаете, чехи, не чехи. А да? Раньше никто ничего не узнавал. Это сейчас все узнают. Старая, не старая. А раньше никто ничего не узнавал. Понимаете, покупали гжель. Они узнавали, знали, что гжель есть где-то. Да. И все. Ну, а вот это какая красивая. Это я посмотрела в интернете, думаю, что же мне это за ваза? Оказалось, это чешская. Чехия, да, точно. Да, вот чешская. Эту я знаю, что я ее встречаю. Так. Но не такую, а подобную. Она очень симпатично смотрится. Я даже ее никуда не собиралась выставлять, потому что она мне самой очень нравится. Но она тоже как цветок. У вас вообще, я смотрю, все вазы, они напоминают цветок. Цветы. Или рисунок там цветов, или сами они похожи на цветы. Ой, а даже вот эти, смотрите, с красным стеклом, это вот, ну, ромашки, да, какие-то, да, посмотрите. Да, да, да. Ну, вот эти тоже. Но это старое, вот это вот. Вот эти красные, это старое. А вот это, скорее всего, более старое. А это точно старое. Знаете, немножко, так как оно стоит в шкафу, немножко так... Чуть-чуть загрязнилось, но не важно. Ну, а покажите дно, вот у них там есть что-то на дне? Нету. Ну, это значит совсем старое. Вот это то же самое, все, что тяжелое, это старое. Вот да. Это то же самое, оно да. Совсем безумно старое. Тяжелое, безумно да. Тяжелое, но тоже ничего нет. Ну, красота да, вообще. Нету. Так, ну у нас вот еще это... вот здесь, смотрите, какая. Вот это вот, мне кажется, уже более позднего времени, тоже с цветами. Она позднее времени, она очень удобна для салата, очень. Но а я вижу, даже у вас там крошечки остались, вы любите, вы знаете, туда печенье класть какие-то, она, да? Она на ножке, она красивая везде. Форма такая замечательная. Что у меня здесь есть? Я смотрю, у вас и в шкафчиках там много всего. В шкафчиках ничего немного, в шкафчиках мало. Нет, а откройте, я хочу посмотреть. Вот стекло ваше здесь. Вот. И мы просто... Ой, так. Здесь ничего такого нету. Здесь просто... Какие бокалы, боже мой, какие бокалы красивые. Боже мой, какая красота. Посмотрите, какая красота. Это сказка какая-то. Они на как... длинных-длинных ножках. Ой, розовое вот. Стекло. Я вижу там какой-то рисунок очень красивый. Да,
Ну и вот эта ваза у вас такие красивые. Вы видите, вы любите все-таки что-то такое с малиновым, да, таким узором? Вы знаете, мне все, что мне понравится, мне очень красивые были вот эти фужеры. Вот эти, разноцветные. А так как мы с них очень много пили, из шести осталось два. Они были все разного цвета. Да. Вот. Ну, вы говорили, что вы любите пить шампанское. Да, это было... У вас стекло в основном это тоже. Было, знаете, где покупали? Вот... В центре какой-то магазин был. Понятно. Красота. Закрою. Красивая чешская люстра. Да, у вас стекла очень много. Угу. Замечательно. Красота просто. И там тоже самое. О, какая красота. И еще одна. Да, у вас просто... Красота, красота, красота. Да, у вас очень много стекла. И бра.